Барнаульцы смогут принять участие в акции по сбору вторсырья. В эту субботу активисты движения «Мусора больше нет, Барнаул» будут принимать пластиковую упаковку, аэрозольные баллоны, алюминиевые банки. Также на вторичную переработку принимают одноразовую посуду, градусники, крышки для консервирования. В Барнауле и по всей России такая акция проходит несколько лет подряд. Люди приносят даже фантики, картон, бумагу, пакеты и бытовую технику. Многие из вещей откладывают для нуждающихся – книги, посуду, одежду. В официальной группе ВКонтакте размещен список мусора, который подходит для вторсырья. С ним лучше ознакомиться заранее, так как на акции, например, не принимают хрусталь, лампочки или шприцы. Избавиться от ненужных вещей и сделать планету чище можно будет с 13 до 16 часов на парковке агропарка. Проспект Космонавтов, 8/2.